Через 80 лет в Кирове появится полноценный сосновый бор. Располагаться он будет в селе Порошино у тропы здоровья, на месте, где в июле прошлого года ураган погубил несколько сотен деревьев. Сегодня в рамках ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса» представители власти и волонтеры посадили около 2000 сосен. Как это было, расскажет Анна Стефаненкова. Из такого маленького саженца может вырасти такая огромная сосна. Но это так. Да. Так деревце за деревцем, и того около 100 саженцев посадила лично глава города Елена Ковалева. Она приняла участие в ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса». В этот день во всех регионах проходят мероприятия по высадке деревьев, и наша область не стала исключением. Лес – это главное природное богатство Кировской области, и наш долг – сохранять и приумножать те природные ресурсы, которые нам даны. И вот проведение таких акций – это в первую очередь забота о будущем, это сохранение наших природных богатств, это экологическая безопасность для жителей и города, и области. На тропу здоровья в Порошино сегодня пришли городские и областные власти. Место выбрано не случайно. Именно здесь прошлым летом сильный ураган обвалил деревья. Сегодня внесем такой небольшой, действительно, ну, по масштабам, наверное, области, небольшой вклад в развитие нашей лесной отрасли, в развитие экологии, в развитие. Не случайно, наверное, то, что на площадке вот недалеко, так сказать, от зоны отдыха, полюбившейся кировчанам, в Порошино мы вот это вот действие сегодня вместе все произведем. А природа – это самое важное. Наша земля должна быть украшена нашими же руками, цвести яркими цветами и садами. Еще одним поводом улучшить экологическую ситуацию стало и значимое для страны событие, объявленный президентом «Год добровольца». Это тоже своего рода составляющая и возможность проявить себя как гражданина. Поэтому чем больше у нас будет добровольцев, волонтеров, как мы их называем, тем, наверное, успешнее будут все результаты, которые мы хотим иметь. Всего участники акции высадили больше 2000 саженцев. Уже через несколько лет здесь появится красивый сосновый лес. Анна Стефаненкова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.